Боксер Рой Джонс-младший, получивший гражданство России, планирует создать в РФ сеть академий бокса, сообщил менеджер боксера Владимир Хрюнов в эфире радиостанции «Говорит Москва». Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому боксеру Рою Джонсу-младшему, соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля в субботу. 10 октября он откроет Академию Роя Джонса под российским флагом в Венесуэле. Вообще запланирована сеть Академии Роя Джонса здесь, в России. Позиция Роя Джонса – это сближать народы, сближать своим трудом, работать внутри боксерской индустрии России и Америки, сказал Хрюнов. Как добавил менеджер боксера, 26 сентября Джонс в качестве тренера будет присутствовать в Лондоне на бое Федора Чудинова с Франком Бульони. По словам Хрюнова, желание получить российское гражданство появилось у спортсмена еще 2 года назад. Джонс 20 августа в Йелте подал заявление на получение российского гражданства, а до этого встретился с президентом РФ. Джонс, серебряный призер Олимпиады 1988 года и бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе. 10 октября он откроет академию.